уникальная возможность выйти на перекресток. Это дорога к Бахмуту. Здесь же мы видим следы атаки украинских ДРГ. Попытка наступления. Лежат погибшие военнослужащие. Здесь очень-очень много погибших военнослужащих со стороны ВСУ. Мы же движемся в ту сторону. Там опытная, ну и, соответственно, там же ключ к самому Артемовску. Можно слышать, какая интенсивная работа в самом поселке проводится. Бьют всех орудий. Звучит, в принципе, разный калибр. Вот там она, промзона, в которой также стоят наши бойцы. Мы же пешком пытаемся дойти непосредственно до первой линии. Не хотели сдавать эти позиции ВСУ. Здесь траншеи, окопы, которые они на скорую руку пытались выкопать, но оборудовать не успели, занять тоже не успели, потому что сейчас все, данная территория под контролем наших войск.